Отца и Сына, и Святого Духа. Mm-hmm. Есть такое замечательное слово «соработничество», ну или «сотрудничество», когда кто-то помогает кому-то что-то сделать. Хорошо, если хорошее. Говорят, что есть мудрый, искусный скульптор, который делает из бесформенного камня, дает ему форму красоты, совершенства, гармонии. Мы находимся в пространстве, где много камней, которые были очень искусными и мудрыми скульпторами. Посмотрите, как красиво вокруг скульпторами, камнерезами обработаны. И получилось из бесформенной, из неоформленной некой субстанции получилась вот та красота, которую здесь мы пред собой видим. Но получилась ли бы эта красота, если бы в руки мастера не вложили камень, если ему не дали камнерезный инструмент? Здесь много красивых икон, которые были написаны искусными мастерами, иконописцами, иконописцами. Получилась ли бы такая икона, если бы в руки этому мастеру не была вложена, не была дана кисть, кем-то сделанная, не были принесены, изготовлены, принесены краски, материалы, доски. Если бы ему в свое время другой мастер не принес это мастерство, не передал. Нет, конечно. И вот красота и совершенство формы рождается там, где есть такое соработничество искусного мастера. И может быть совершенно простого, какого-нибудь человека, который трудится в каменоломне, который валит лес. Но они совершают это соработничество, сотрудничество. Кто самый искусный и мудрый художник в нашей земле, которому творчеству которого удивляются, удивлялись и будут удивляться люди? Конечно, это Господь Бог. Господь Бог – Творец неба и земли. И мы говорим о том, что Бог – Он Творец нашего спасения. Но для того, чтобы Бог мог совершить наше спасение, как тот мастер, который из камня делает прекрасные формы, который с помощью красок выводит удивительные образы. Вот Бог, как тот мастер, который не сможет сделать эти прекрасные творения в том случае, если они не будут ему принесены. Если Бог пришел на землю, в мир, для того, чтобы нас с вами спасти, то кто-то должен ему принести, представить того, кого нужно спасти перед его лицем. Сделать так, чтобы представленный не сопротивлялся, не убегал, не мешал ему делать то дело, которое он искусно знает, может совершить. И в этом тоже проявляется соработничество. Мы все с вами соработники с Богом в деле, в этом искусстве, в этом таинстве нашего спасения. Мы можем не участвовать, не стать соработниками, и тогда дело не свершится, так как не свершилась бы эта красота, в которой мы находимся, если бы не были простые нам совершенно неизвестные люди, которые добывали этот камень, которые изготавливали эти доски, эти краски, которые ваяли совершенно невидимо и были соработниками, удивительным мастерам. И не свершится дело нашего спасения, если мы не будем соработниками, сотрудниками нашему Господу в деле нашего с вами спасения. А как это бывает, сегодня прекрасно может поведать нам святой великомученик Федор Тирон. Тирон – это означает рекрут, призывник. Он был призван на воинскую службу, был христианин. Что такое призван на воинскую службу, сейчас нам это очень понятно. Вот так вот это на слуху, может быть, 2 года назад это как-то мы воспринимали совсем иначе, чем сегодня. Он был призван на воинскую службу, он пришел служить своему царю, своему императору, несмотря на то, что император был совсем неблагочестивым, и вера императора была совсем не соответствовала вере Феодора. Он пришел, он был готов отдать свою жизнь
за империю, за государство и за императора. Но Господь ему даровал возможность отдать свою жизнь за иную большую ценность, за Господа нашего Иисуса Христа. Федор как уходил из своего дома христианином, так и пришел в свое армейское соединение христианином и оставался среди собратьев самых разных христианином, о чем узнали начальники, и согласно тогдашнему регламенту его представили на суд, дав ему выбор либо быть как все и продолжать служить службу, либо не как все быть униженным, быть измученным и убитым за то, что носит на себе крест, за то, что носит на себе образ Христа. И Федор выбрал свой путь, выбрал путь соработничества Богу, исповедничества, о чем он засвидетельствовал, и за что был сброшен в темницу. Темница была опечатана, потому что было выбрано такой вид мучения, чтобы его морить голодом. Молодой, растущий, требующий сил, пищи, организм. И вот Федор остался в этой темнице опечатанный и нес этот крест, это мучение глада, голода. Может быть, и потому, чтобы вспоминаем его в этот день, что вот у нас была возможность приобщиться к какому-то маленькой мере поста, маленькой мере залкания. А как оно это так, когда хочется, когда хочется кушать, а нельзя, когда не хочется что-то делать, а нужно. И вот Федору, конечно, хотелось кушать, не хотелось находиться в этом помещении, совершенно не приспособленном для жизни. Но он предпочел вот отложить свое «не хочу» и возжелать быть соработником Господа в деле спасения его бессмертной души. Видя крепость Федора, его из темницы вывели, еще раз искусили, не желает ли он отречься и быть как все. И, услышав твердый ответ, его приговорили к сожжению, он сам зашел на костер, где отдал свою жизнь, больную, болезненную, отдал ее и стал соработником нашему Господу в его распятии, его смерти и, конечно, стал сопричастником его светлого воскресения. Сегодня мы, конечно, сугубо вспоминаем чудо святого Федора, которое было через 50 лет после его спасения, после его мученического восшествия на небеса, когда Господь послал святого великомученика Федора, архиерею, святителю Константинополя, для того, чтобы предупредить христианскую общину, церковь, предупредить о том, что император желает надсмеяться над постом христианским и он ограблял, по повелению императора ограбляли еду, которая была на рынке, была жертвенной кровью, с тем, чтобы, когда христиане будут покупать что-то на рынке, не зная этого, вкушать пищу идоложертвенную, чтобы потом это сделать явным, открытым. Такая провокация была задумана. И вот от нее избавился тот Федор, который предупредил. И христиане не пошли на рынок покупать себе пищу, а достали из запаса зерна, семена, которые были приготовлены для посевов, которые не уносились на рынок. Их отваривали с какими-то ягодами, с какими-то фруктами, с медом, питались ими, и этим были сохранены от насмешек, от смеяния и от некого позора, осквернения. Нас тоже Господь желает спасти от позора, от осквернения, от отречения нас от веры, и очень желает, чтобы мы были Ему соработниками, чтобы не мешали делу спасения, которое Он совершил, но помогали. Великий пост для этого установлен, для того, чтобы помочь нам, научить нас, как следует не мешать Богу, как от того, что мешает наших грехов, хочет нас научить, как с ними расстаться, как потерять привычку, навык совершать грехи и приобрести навык иной помощи Божией, соработничества Богу в деле нашего с вами спасения. Я желаю, чтобы мы это время прожили не зря, не впустую. Сегодня день памяти святителя
Льва Папы Римского. Тоже древний святой, благочестивый, не просто так призванный на то, чтобы быть епископом города Рима, был очень благочестивый, доброй души человек, и он действительно, подвязаясь в своей жизни, боролся за чистоту православия. Но вот прожил жизнь и дожил уже до того дня, когда ему было извещено о скорой его кончине. Находясь в Риме, он имел возможность бывать и молиться у гробницы святого апостола Петра, и он пошел на эту гробницу с тем, чтобы, ну вот, понимая, что скоро ему уже сходить, идти на ответ перед Богом. Этот благочестивый архиерей молился, долго молился о мощей апостола Петра, и спрашивал: «Святой Петр, ну, открой, прощены ли мне грехи, которые я сделал в свою жизнь? Вымолил, даровал ли мне Господь прощение в этих грехах?» И после этой молитвы апостол Петр ответил ему внятно, человеческим языком, о том, что: «Лев, вот, видя твои труды, подвиги, твою любовь к Богу, к церкви, Господь простил тебе твои грехи. Он очистил твою душу от всего, кроме одного греха». «Какого?» – спросил святитель. «Кроме греха того, что ты поставлял в священники тех людей, которые были недостойны этого звания, этого сана. Их жизнь последствующая не соответствовала тому высокому призванию, на которое ты, тому высокому служению, на которое ты их оставлял». И святитель Лев отошел опечаленный и просил у Бога еще несколько времени, чтобы приносить покаяние и в этом. Как свидетельствует церковь, что эти молитвы были приняты. Бог простил, но в этом, в таком диалоге между епископом города Рима и между апостолом Петром, есть очень глубокий смысл в том, насколько мы друг с другом связаны. А святитель был связан с теми пастырями, которых он поставлял. Казалось бы, наверное, он размышлял, видел и задавал вопросы, прежде чем возложить свои руки и поставить человека совершать священническое служение. Но он уже не мог нести ответственность полную за человека, когда он, выйдя из храма, выйдя из алтаря, потом недостойно себя вел, но Бог с него за это спрашивал. Наверное, это та же ответственность, которую каждый священник, каждый пастырь несет по отношению, ответственность, которая связана с каждым из вас, из нас. Если у священника, у пастыря есть человек, духовное чадо, духовная овца, который приходит и спрашивает совета, исповедуется, на которого священник возлагает руки, читая молитву разрешительную для грехов. Но если человек пренебрежительно, легкомысленно относится к тому, что ему прощено, и легкомысленно повторяет то, в чем каялся, то священнику тоже предстоит отвечать за это нерадение. И человеку предстоит ответить за то, что ввел в грех своим безответствием, ввел в грех и пастырь. Мы все очень связаны с такими тонкими, но очень крепкими нитями. Хотелось бы пожелать, чтобы мы внимательно, ответственно относились пастыре, к своему пасторскому служению, христиане, миряне, к своему христианскому призванию, к своей мирской жизни, а монашествующие, иноки, к своему ангельскому образу жития, чтобы действительно мы помогали друг другу, чтобы мы были соработниками в прощении грехов друг другу, чтобы не наши грехи тянули друг друга к земле, а скорее какие-то пассивные добродетели, подвиги, молитвы, наоборот, разрешали, возносили, поддерживали друг друга в этой жизни. Помоги нам, Господи, тебе и постом, так живя, двигаться ко спасению. Спасибо, Господи, всех вас, благодарим матушку, сестер, за молитвы, за труды, которые совершаете здесь, особенно в эти дни великопостные. Говорят, что
иноки, они как свет, как ангелы для мира, и вот вы ангелы для нас. Вот, взираем, освящаемся от вас. Я думаю, что все, кто приходит в этот храм, действительно, да, по милости Божией. И мы верим, что Господь ради ваших молитв, ради ваших трудов и наших грехов будет прощать, и наши немощи там лечать. Помоги, Господи, всем дорогая матушка, дорогие сестры. Поблагодарим Господа, да, при очищении святых Христовых тайн. Напоминаем, что впереди у нас, ну, завтра суббота, это первая литургия. Полная будет совершаться Великим постом литургия святых Иоанна Златоуста, день памяти святого Федора Тирана и еще день памяти святителя Ермогена, патриарха Московского. А воскресенье, это Христо православие. И в этот праздник, в этот день, первый воскресный день Великого поста, есть такая традиция, она древняя традиция, что вся церковь очищается святых Христовых тайн. Я желаю всем к этому внимательно отнестись, подготовиться и с благоговением, с верой спасительным причаститься святых Христовых тайн. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!